нелегком пути к этому дню народ Лаоса был не одинок. Последовательной позицией, реальными делами Советский Союз и другие социалистические страны помогли приблизить этот праздник. 5 апреля 1974 года королю Лаоса Шри Саванг Ватхана был представлен ордонанс о создании коалиционных органов власти. Премьер-министром нового правительства стал принц Суванафума. Председателем Национального политического консультативного совета председатель ЦК Патриотического фронта Лаоса принц Суфану Вонг. Апреля 1974 года. Бо, лукун, самаки ган, покпак хакса сантипак, тэла кон, тэла бон, тэла квэнг, тэла мэнг, ламэн, сэн танг сантипак. Капа чау сэнэва. В своем обращении к народу принц Суфану Вонг сказал: «Я горячо поздравляю всех соотечественников с этой победой. Мы должны объединить наши усилия в деле сохранения мира и выполнения подписанных соглашений. Мы должны решительно бороться с врагами независимости, суверенитета, демократии и мира. Я уверен, что вся наша страна поднимется на защиту этого завоевания». И вот, наконец, после стольких лет кровопролития, первый мирный Пимай, так называется в Лаосе Новый год. 2517 год от рождения Будды. Древние астрологи выбрали для этого праздника пятый месяц по лунному календарю, когда свет побеждает ночь. Пусть сбудется. Вода очищает, смывает грехи. Пусть это сбудется. Песчинка, брошенная на холмик рукой человека, еще одно исполнение желания, еще одна надежда. Пусть оно сбудется. Породная земля, которая была и есть,
пока бьются наши сердца. А родная земля, которая дала нам жизнь и которая будет вовеки, пока есть гордые и свободные лао.